Так, ну что, турничок. Так, блин, какое сегодня число? 13. Так, ну что, сегодня 13 декабря, продолжаю на турники гонять. Есть кое-какие изменения. Во-первых, немного болел с 9 по 11 декабря, то есть и сейчас вот восстановительный пару дней период был, все восстановился, как бы силы. Не ходил на турнике полторы недели, и в этом нету ничего, только плюс. То есть это хорошо, что больше отдохнул и на своем примере в который раз убедился, что самое главное – это отдых. То есть если, как сам делал тоже ошибку, когда ходил подтягиваться там или на брусья, через день или даже через два дня – это мало. То есть это по-любому перетренированность, потом впоследствии это докажу. Так, ну что, первый подход. Да, еще вот поболел, сил, конечно, слабовато, но нормально. Второй подход на бицепс, внутренний пад. Круто. Нормально забился. Ну и брусья. Первый подход. Нормально, сейчас подхода 3 сделаю. Второй подход. Можно было еще раз. Все, пока нормально, еще третий. Так, ну что, на штанге я уже немножко разогрелся там с 30 килограммами. Сейчас 65, но я уже давно не жал, да, все лишь 65 кило. Ну, мне нормально. Нормально, почти 12 раз, можно даже будет чуть что. Ну, желательно, конечно, 8-10. Ну, я давно не жал, это вообще первый раз вот за несколько месяцев, не знаю уже за сколько, за полгода или за сколько я там, хотя бы вообще хоть что-то пожал. 65 кило, нормально. Ну, пока отдыхать.
Так, ну что, еще второй раз. Ну, я буду делать, то есть в один день, поскольку я у меня проработка, ну, много упражнений, 5-6 получается наверх, я по два раза делаю. Еще один подход, нажим лежа, тот же вес, 65 кило. Для первого раза нормально. Нормально. Два раза на сегодня хватит. Сейчас еще или отожмусь, или плечи. Так, ну что, еще хотя бы один подход на отжимание. Делаю, значит, на таких упорах, чтобы чуть ниже опускаться. Хватит на сегодня. В общем-то, еще отжиманиями задел немножко другие области грудных, так что пойдет. Ну и сейчас еще плечи. Так, ну что, сейчас еще разок на плечи одно упражнение. Плечи обязательно тоже мне нравится делать. Делаю плечи гантелями, разводки. Значит, гантели по 20 кило сейчас здесь. Каждый вот этот диск по 2 килограмма, то есть, в общем, по 20 кило. Может, чуть больше. Двадцатка пока. Нормально. То есть двадцатка. Буду потиху растить. Чем больше вес, тем круче. Ну, пока норм. Все, это последнее упражнение на сегодня, еще плечи. Все, отдыхать. Так, ну что, прогулка очередная. Так, у меня тут пакет, наверное, немножко шумит. Иду новым маршрутом. Сзади у меня такая пожарная станция. В общем, пожарка. Впереди сейчас будет ферма, что прикольно. Сейчас, в общем. Значит, сегодня 8 января, прогулка, решил пройтись, еще доработал питание, изменил определенным образом, как я и хотел. Сейчас будет ощутимая нехватка в калориях, я особо этого не замечу, поэтому вес пойдет, и нормально. Блин, наверное, ветер, конечно. То есть получается, что сейчас буду то же самое, продолжать ходить, заниматься, но, скорее всего, так, как это, чтобы ветра не было. Но, скорее всего, будет большое падение веса. Килограмм на 15, это точно впоследствии. Ну, нормально, посмотрим. То есть, ну, для меня важно не падение веса, а, в общем-то, отрегулировать нормальную работу тела, нарастить немного мышц. Ну и, вы же видели, я снимал видео. То есть, получается, что при своем росте 185, 98 вес. Это, конечно же, перебор. Поэтому мой вес должен быть 80-82. Может, даже меньше. Вот, кстати, ферма. Прикольно. Сейчас, значит, пройду еще через озерцо. Давайте чуть к озерцу пойду. Так, ну что, я иду дальше. Вот оно, озерцо, кстати. Такое небольшое, но классное. Иду себе с таким новым маршрутом. Мне нормально для разнообразия. Тут машин почти нет, поэтому мне удобно. Идешь себе, там вообще сейчас такие поля, пространства будут классные. Там и солнце вон как раз закат. Поэтому неплохо. То есть очередная прогулка такая, быстрым шагом. Разгон калорий, когда будет весить меньше 90 калорий.
тогда буду бегать. А с большим весом это очень большая нагрузка на суставы. То есть колени, голеностоп, 100% будут проблемы. Так что попозже. Сейчас, значит, вот тут уже дома начинаются. Там лупья, пчелы, все положено. Так, ну что, ну ладно, я пойду дальше тогда. Вроде бы пока ничего необычного. Зима, да, 8 января, снега нет, а мне, в общем-то, даже и нормально. Можно ходить, еще круто. Итак, 10 января, хотелось бы подвести итоги очередного влога. Начал заниматься в конце ноября, поставил перед собой цель к лету, там, к примеру, к июню, сделать крутую трансформацию тела, то есть, ну, улучшить всячески тело. На тот момент я при росте 185 сантиметров весил 98 килограмм, то есть достаточно-таки много, учитывая то, что я не какой-то тут качок. То есть, ну, килограмм 15 это действительно лишнего в теле. Это жир, там вода, там загрязнение всевозможное тела, как у нас накапливается в течение жизни. То есть все это нужно поджечь. Сейчас я в течение этих полутора месяцев я немножко с одной системы в другую так переходил, взгляды были, но сейчас полностью есть четкая цель, четкая система, по которой я буду заниматься. Не просто трансформацию тела делать, но еще и развивать его, очищать и всевозможными способами улучшать. Это очень круто, потому что сейчас вот я уже стал вот на четкую систему. То есть уже несколько дней. Сейчас мой вес сегодня взвесился 94 кило, еще как минимум десятку нужно сбросить. И самое важное, главное, нужно понимать, что у меня цель не стоит, знаете, что по максимуму там нарастить мышцы там ненужные. Нет, у меня цель это сделать максимально эффективное тело, максимально работоспособное нужно, а не то, что когда приходит кто-то там такой с большими мышцами, не может сделать там подъем с переворотом на турнике. Нет, у меня цель сделать максимально эффективное тело. Более того, для начала я пока начал с тем, что сжигаю сейчас жир, в том числе и подчистить тело, подулучшить, немножко залечить за все то время, которое вот оно уже снашивалось. Сейчас цель это добиться снижения веса, это почистить немного тело, улучшить, подлечить и добиться пока нормальной эстетичной формы. А потом уже смотреть, что там по мышцам. То есть нужно ли что-то наращивать, не нужно ли мне это посмотрим. То есть, опять же, все продолжаю заниматься, все в процессе. Есть очень крутая система, при которой, отмечу, что очень важно, у меня нету ничего строгого, строгих диет, строгих графиков, там по времени есть еще что-то. И занимаюсь я всего лишь только раз в неделю на мышцы. Все остальное я хожу, пока у меня ходьба, пока большой вес, я хожу, чтобы не нагружать суставы. Хожу большим темпом, час и больше, это очень круто, работает на самом деле. По диете вообще ем, когда хочу. Ем вкусную, действительно вкусную еду, которую, ну, действительно приятно есть. То есть работаю ни в коем случае не в напряг, потому что такие системы обычно ни до чего хорошего не доводят. То есть, ну, пока хватит там психологического такого запаса. Нет, все отлично работает, ем. Единственное, что ем правильные продукты. Как все, что ем, потом объясню, когда будет какой-то крутой результат, тогда это будет интересно. Но пока все проверяю. Поэтому давайте, продолжаю заниматься. Сейчас на этой неделе еще сделаю влоги по турникам и так далее, потому что вес уже, я думаю, до 90 примерно упадет. И посмотрим, что там будет, как по силовым показателям. Но пока все круто. То есть выбрал четкую систему. Цель – это снижать ненужное накопление в теле, чистить тело, улучшать, ремонтировать, то есть делать максимально крутое эффективное тело. Причем очень простыми способами, но очень крутыми и эффективными. То есть это все в процессе потом расскажу. Будет, я думаю, просто супер все результат. То есть я думаю, смогу вас удивить. Итак, ну что, продолжаю дальше заниматься, буду своевременно выкладывать, само собой, влоги, все какие-то тонкости, что привношу, упражнения, еще что-то, тоже буду записывать. Все, вы пока не забывайте смотреть на ссылочки в описании, там всегда выкладываю что-то интересное. С вами был Алекс из сайта rmpc.by. Спасибо за просмотр!